Разрушенные дюны, черные берега, сейчас гниет море. Где в Анапе купаться нельзя? Обо всем этом подробнее в нашем видеосюжете. Alien Resorts Падавиль. Пляжик, на котором люди отдыхают, платя за номер 50-60 тысяч. 1 июля 2022. Территория, друзья, ну и мы видим, что здесь берега убирали. Так немножечко перепаханный черный песочек. И, в принципе, можно сказать, что здесь водичка уже чистая. То есть здесь уборку произвели, но буквально вот сюда дальше. Смотрите, что начинается. Весь этот пипец, стоит жуткая вонь и прям жесть. Хотя кучи, я смотрю, что уже повывозили. Здесь такой вот запах стоит стойкий, вонючий. Вот здесь за дюнами идет хранение как раз таки вот этих вот водорослей гнилых, как бы пляжей. Это вообще получается детский пляж. Ну, уже уборка произведена, я думаю, насколько это можно. И вот прям как-то, блин, хреново это выглядит. Уборки произвели, но вот вода еще осталась такая печальная, все равно нужен шторм. Ну вот это вот остатки, эти черные перегноя, жижа, как правильно назвать, даже не знаю. В общем, выглядит тоже очень грустно и печально. Видите, что техника работала. Ну и, собственно, туда я дальше не пойду. Вот она, черная вода стоит. То есть эти пляжи заражены, не знаю, как можно разрешать купание здесь. Мы можем увидеть, что тут еще один находится территория. Вот, собственно, как техника туда завозит эти водоросли на хранение. Но это единственный вариант, как это все делать, поэтому переживать не стоит. Это делается уже годами. И вот как раз-таки за этими дюнами нашли типа разрытые дюны, которые говорили, что прям вот все печально, все плохо из-за этого. Ну, на самом деле, плохо все из-за того, что допускает вообще возможность гниения и образования вот этой вот. Видите, сколько людей туда-сюда заходит. Там уже дальше чистая водичка начинается. Но под берегом, видите, такая черная, можно сказать, что отравленная вода. Сегодня мы приходим здесь рано, поэтому не видим никак купая детей. Не видим вообще, в принципе, ничего такого, чтобы вызвало прям жесткий эффект. Хотя, если приглядеться, туда вот в районе Джим-отель, там уже люди пошли сами, повели своих детей. Хотя вы видите, что вода везде такая вот черная. Всего лишь из-за того, что долго тянули с уборкой. Из-за того, что, как сказали, не хватает в Анапе техники. Мы видим вот такие вот берега. Там вот ты идешь, и тут вообще вот такие вот, ну, прям жуткие кадры. То есть какой-то белый слой сверху. Внутри вот видите, кто-то, птичка залезла. То есть черная становится. И вот сюда вот черная вода. Мертвое море, друзья. Что это от Краснодарская Смера и вот такой филиал, это Дол Юниор находится. И видно, что ночью здесь пытались тоже убирать водоросли, но меньше их особо не стало. Мне странно, почему нет запрета на купание на этих пляжах. Значит, вот мы видим туда дальше желтые флаги висят и подходим к улице Кольцевой, там, где у нас находится дельфинарий. То есть вот такая территория как бы заражена. Но здесь я вижу, что местами есть даже где поменьше вот этой вот всей грязи. Вонь стоит просто ужасно, друзья. Так, друзья, постараемся быть максимально объективными. Видите, что от Анапы до этого места пляжи чистые. Здесь начинают немножко встречаться зеленые водоросли. Но, повторяю, водоросли зеленые — это нормально. И здесь море чистое. То есть видно по акватории, по всем никаких других там цветов нету. Видим, что Давиль в этом году молодцы, убрали свою территорию. Претензий, в принципе, к ним нету. Если что, вот у них там пирс, туда переходите. Но вот отсюда начинается проблема. Как раз таки с этого прохода я вам пешком это все показал. Теперь посмотрите, насколько страшно это выглядит сверху. Особенно видно, что вода, видите, не только возле черного заражена, но и уходит сюда вот в левую сторону, такая как мутная с белой пленкой сверху. Люди это не понимают, этого им не особо объясняют. Вот это выход, где дельфинарий, улица Кольцевая, здесь вроде бы чисто, и люди пошли такие в море купаться. Но туда вперед вы все как бы увидите, сейчас пролетим. Пляжи у нас получается от Давиля и до Синего пирса, вот как раз таки с такой проблемой. Мы видим, что уборка производится. То есть хотелось бы, наверное, больше техники, но вот здесь, наверное, сейчас подлетаем к самому проблемному месту. Это у нас выход к морю, где Буревестник. Я думаю, этот пляжик тоже вы знаете. Он вообще всегда был один из самых чистых, но, к большому сожалению, вот в этом году на него выпала краски нелегкая доля принять вот эти все водоросли, которые были у нас. И вот видите, вот такой контур с левой стороны уходит туда в море, как раз таки показывает, насколько вода загрязнена. Хотя вроде бы на вид она прозрачная, но вот видно,
да, надеюсь, что по левой стороне как раз таки показывает, какой пипец творится. А что под нами, да, вот прям жутко даже себе это представить. А это у нас МВД-санаторий, то есть у нас здесь юность купается, мы пролетаем мечта, родник, кристалл, то есть это вот именно те места. И подлетаем уже непосредственно к Эре. Тут у меня начинает потихоньку теряться связь, но я поднялся повыше. Вы увидели, что за пирсом вода в сторону Джамате абсолютно чистая. Ну и чтобы вам получше было видно, я решил еще немножечко спуститься вниз и показать вообще, что это из себя представляет с квадрокоптера. То есть, представляете, вы приезжаете, а у вас у отеля лежаки, которые вы заплатили, вот такая вот водичка у моря. И мне серьезно непонятно, почему не закрыто купание на этих пляжах. Почему флаги желтые и продолжают купать здесь детей, людей, да, ну, какая разница, кого, то есть, ну, стрёмненько и страшненько. Я думаю, если кто-то хлебнет водички, ротавирус — это меньше из зол, что может, наверное, приключиться. А вот как не хлебать водички при нырянии, ну, это просто невозможно, потому что вода попадает даже вам через нос. И вот улица Кольцевая, можете увидеть, что люди сюда вышли, купаются, на вид вода вроде бы чистая и хорошая, но сверху, я думаю, что все было видно, как раз-таки этот контур. Не нагнетаю ничего, просто есть чистые пляжи, езжайте туда, вот даже здесь в шаговой доступности все можно отойти. Ну, немножечко дюны, красивого вида, я думаю, для такого видео нам совершенно не повредит, чтобы поднять хоть немножко настроение. Поэтому мы нашего воробья запустили здесь возле улицы Кольцевой. Можете также увидеть, что были разровнены дюны, чтобы сделать здесь проезд, ну, короче, без комментариев. И здесь, кстати, опять копали дюны на Кольцевой. Я туда выходил, надоели уже с этими делами. Ну, это зеленый Пионерский проспект, Бора-Бора видим, дельфинарий видим, это то самое место красивое и прекрасное. В этом году услышал о нас и сделали уже уборку на своем пляже. Там людям хорошо, но на пляжах Ливьера вы видели, что все еще творится. Трындец — это одна и та же их сеть, к большому сожалению. Ну и также я думаю, всем показал, где есть чистые берега. Ну и плюс еще то, что все-таки уборка ведется по ночам и стараются навести для вас порядок. Но все-таки я бы поставил ограничения на купание в этих зонах и людям рассказал, что пройдите туда, там чистая вода, или в ту сторону, чтобы люди могли купаться в чистом море, чтобы у нас не было ротавируса. Сами понимаете, там, где есть гниль, будет 100% болезни, ну, отравление как минимум. Дай бог, чтобы все закончилось хорошо. Просто многие приезжают и думают, что это нормально. Температура воздуха 24, температура моря 23. Если на солнце, там уже все под 30. Задача — отправить это своим друзьям, распространить как можно больше для тех, кто едет в Анапу, чтобы знали, где чистые, хорошие пляжи. С вами был Юрий Азаровский. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.